Здравствуйте, дамы и господа. Скорый поезд, купейный вагон, скучающие пассажиры вышли в коридор, смотрят в окошко, окошки открыты, ветерок, сквознячок их обдувает, балдеет в общем. Тут выходит проводник, смотрит на время, на часы и идет поэтому по коридору, по вагону, закрывает занавески. Встал в конце вагона, постоял 5 минут, смотрит на часы, идет назад, открывает занавески. Пассажир у нас спрашивает, а что это сейчас было-то, зачем ты занавески-то закрывал? Да понимаете, тут полгода назад случай был. В третьем купе ехал француз. То ли художник, то ли писатель. Ну вот так же, как и вы, вышел к окошку посмотреть, полюбоваться красотой русской глубинки. И тут увидал, что деревенская девушка вышла на пригорок опорожниться. О, как увидал ее белую задницу. Влюбился с первого взгляда. Вышел же на первой станции, нашел деревушку, нашел эту девушку. Женился на ней и увез ее в Париж. Пассажир, ну это, конечно, все интересно. Причем здесь мы, занавески? Да дело в том, что когда этот поезд теперь проезжает мимо этой деревушки, вся деревня выходит посрать на этот гребный пригорок.